Илья Малинин выиграл свой первый национальный мужской титул 29 января, набрав в произвольной программе 177,38 и всего в сумме 287,74 балла в последний день чемпионата США по фигурному катанию. Малинин совершил 3 четверных прыжка и сохранил 10-очковое преимущество над Джейсоном Брауном, занявшим 2-е место. Андрей Торгашов вошел в тройку лидеров, завоевав бронзовую медаль с результатом 177,78. Но произвольная программа Малинина, завоевавшая золотую медаль, не обошлась без недостатков. Он сделал двойные на 2 запланированных четвертных в середине своей программы. Затем восстановился с последовательностью тройной луз, тройной аксель, тройной тулуп для своего последнего прыжка. Он также упал на своем фирменном четверном акселе. 177,06 балла Брауна в произвольной программе принесли ему серебряную медаль. 28-летний ветеран, который исполнил программу под невозможную мечту Джосса Гробана, не участвовал в соревнованиях с тех пор, как занял 6-е место на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Выступая против списка конкурентов с превосходным техническим содержанием, Брауну нужно было быть почти идеальным, и он был близок к этому. Решив не пытаться выполнять четвертной прыжок, Браун остался чистым до своего последнего прыжка – тройного флипа, но восстановился со своей фирменной уравновешенностью и заслужил бурные овации. Торгашов начал свою программу четверного тулупа и оставил свои 3 комбинации напоследок, воспользовавшись бонусом за результативность во втором тайме. Вместе с Торгашовым на национальном подиуме впервые поднялся Максим Наумов, занявший 4-е место. Хотя вначале он упал на тройном акселе, но остаток программы он проехал чисто, набрав 173,43 балла.